Привет. У нас сегодня Иришка приезжает. И знаете, что я решила? Я уже сагитировала Сережу с Соней. И мы сейчас пойдем и встречать Иришку в лес. Потому что в этом году, хотя мы здесь уже почти 2 месяца, в этом году мы еще не были вообще в лесу, представляете? Я одела свою красную футболочку. Вот, я покрасилась, да? Нету теперь седины. Но я не убираю волосы за уши, потому что у меня вот тут эти следы от краски, видите? Поэтому у меня сегодня такой легкий шухер на голове. Все, мы вышли. Ой, что-то у меня как-то перевернута лямка. Вышли, уже идем в лес, берем вас с собой. Эти играют. Нет, там 15. Их я тоже с собой взяла, да? 12 тысяч. Вы со мной согласились идти за тетей Ирой? Играют. А во что вы играете? Викторина. Викторину какую-то. Это я пришла. Санюха тут затейница. Просто это... Викторины. Малаха. Ой, погодка сегодня чудная. Ну, блин, что-то мне кажется, у меня спина спотеет с рюкзаком. Мы вышли за полчаса. Через полчаса придет Иркина электричка. Хочу в лес зайти. Вроде как Иришка сказала, что комаров в лесу мало. Только знаете что, дети, подождите, давайте сразу обговорим. С тропинки с большой, мы никуда не отходим в кусты, поняли? Потому что могут быть змеи и все такое. Тем более мы в кроссовках. Мы резиновые сапоги не одевали. Мы в кроссовках идем, в обычных. Поэтому лучше идти по тропинке. Проходим. Сейчас уже будем заворачивать ближе к лесу. Там есть такие проходики. А я, по-моему, в том году уже ходила и показывала, да? Просто в этом году мы еще не раз... А ты была в этом году в лесу? Конечно. Да? А я не была еще ни разу. Надо хоть сходить. Класс. Живем рядом с лесом, мы в лесу не бываем, да? Потому что очень много комаров. А комары здесь суровые. Вот, да. Тетя Ира сказала, что комаров сейчас мало, поэтому я и собралась. Потому что до этого было столько комаров, что было просто невозможно идти. Ирка говорит, что она... бежала через лес, а не шла. Потому что они просто сжирают. А сейчас что-то как-то их меньше стало. И слепней нету, заметили? Не стало слепней. Это очень хорошо. Здесь противопожарный пруд, которого что-то я вообще не вижу. Он что, весь высох? А, что это такое? Бумажка? Ой, там вообще на миллион. Вообще его практически нет. Не надо баловаться, пожалуйста. Вон. Совсем омелел. Вот так пожар начнется, здесь даже и воды не хватит, что-то потушить, да? Вообще просто обмелел. Там рыба есть. Ты думаешь? Вот это вон, водянки или как они называются, нет, которые поверхностно. Нет. Не думаешь, там внутри? Просто там, да. Ясно. Все, пойдемте. Люди на велосипедах катаются. Такие тучи черные. Ну, мы взяли. Я Сереже взяла ветровочку, а себе взяла зонтик. Если что, вдруг. Сереж, Сонь, пожалуйста, пристаньте. О, хорошо. Не жарко, не холодно. Сегодня вроде как до 23 обещали. 23 идеальная погода. Сейчас зайдем в лесок. В лесок. Второй прудик, во втором пруду побольше воды, да? Да, пойдем. Да ну, здесь слишком грязно, ты что, чтобы купаться. Это ж такое противопожарное. Если вдруг что-то загорится, чтобы было чем тушить. Один полупустой, второй тоже такой маленький. 400 квадриллионов раз тут водоем. Бабочек столько. Кстати, мы сейчас видели шоколадницы, такие красивые. Вот он, ладно. Такие яркие. Я что, прошла по ней, что ли? Она рядом с твоими ногами. У нас один раз бабушка сидела на лежаке, и она даже на мне сидела. Классно. У меня одна бабочка на руке сидела. Да. Вон они летают. Бабочки. Ну, в основном капустницы. В основном капустницы. У меня капустница села. Вот она, беленькая. Но меня никогда а желтенькая это лимонница, да? На меня никогда лимонница не садилась. Ну, их вообще мало как-то. Больше вон беленьких, видишь? Больше лимонниц,
шоколадник. Ой, за рулем парень вообще, не знаю. Мне кажется, ему лет 15 от силы. Молоденький. Наверное. Ну, да. Просто надо быть тогда аккуратнее, потому что по дачам могут ездить кто угодно. Видишь, даже дети. Поэтому надо быть осторожным. Вчера. Вот еще пруд. Вот здесь вот, кстати, классно, да? Так вообще прикольно. Здесь вот хорошо. Да, здесь как-то в тенечке деревья такие окружают. Это не плесень, это он цветет. Да, заболачивается. Цветет. Скоро здесь уже вход. Будет. Вход в лес. В наш родной. Вход в лес. Ну что, вот он наш проход в лес. Будем надеяться, нас не сожрут медведи. Ну, медведя я не знаю, а волка я слышала пару раз. Но он там, далеко за болотами. Мама, давай ты самая первая. Почему? Лучше, чтобы вы были у меня перед глазами. Так, сейчас я... Оп! Рюкзачок. Ой, хорошо, как в лесу. Блин, а реально комаров вообще нет. Это хорошо. Что там? Что там? А? Чё? Идите давайте, пошли. Да каких медведей, Серёж? Здесь нет медведей. Нет. Соня прикалывается. Сосны, елки. Блин, у меня из рюкзака спина вся мокрая. Вспотела спина. А чё, комаров реально нету? Да, вот только с тропинки мы не сходим. Хорошо, идем только по тропинке. Да. Жуки. А, да, жуки какие-то валяются. Цветные такие, красивые, да? Да. Не знаю, что это за жуки. Я ж лесник еще тот. Вот он, маленький медвежонок идет. Ой, лесу сухо. В лесу сухо. Птицы я не слышу. Кстати, я так надеялась услышать. Думала, сейчас зайдем в лес, а тут какофония из птиц. А нет. Тишь да гладь, да Божья благодать. Вообще тишина. Никого не слышно, не видно. Интересно, еще черника есть. Вот черничные кусты. Ни одной ягодки не вижу. Ну, здесь, наверное, уже 10 раз прошлись, блин. Наверняка что-то еще есть. А что у нас сейчас? У нас уже июль. Уже даже ближе к концу. Скорее всего, уже все отошло, да? Как думаешь, черника еще есть в лесу, нет? Мы когда последний раз ехали на электричке туда, ну, шли на дачу, я видела белочку на дереве. Белочка? Ну да, белки-то здесь должны быть по-любому, конечно. Так классно по мосту идти. Да, я знаю. Нет, четвертого нет. Есть три. Ну, потому что здесь вот эта дорога все время ее разносит. Машины ездят, я смотрю. Прямо от колес. Мох. Мох. Мох, сынок. Это мох. Ну, там же здесь болотистые места. Зато... О, чернику, я вижу чернику, блин. Я вижу чернику. Видела я пару ягодок. Ну, просто здесь дорога, поэтому все уже тут собрали. Я видела ягодки черники. Значит, еще не до конца она отошла. Мы прям сильно, прям совсем до станции идти не будем. Мы вот эти три моста обойдем или дорожки? Да нет, конечно. Во-первых, мы не успеем, а во-вторых, мама сказала, чтобы мы до третьего моста дошли и ждали ее там. Я тебе говорю. Ну, мы не спешим. Да. Пойдем. Ну и что? Это ж природа. Вот, электричка мамина. И вот эта мамина, кстати, приехала. Вот едет. Это мама приехала. Не спешим, не спешим. Потому что иначе потом нам стоять надо будет. Гуляем.
Любуемся природой. Нет, это нельзя. Ягоды есть нельзя в лесу. Я имею в виду вот такие красные, тем более. Ну, что-то типа того. Вот это да, потому что оно сухое. Если сильный ветер, то оно может упасть. Вон, видишь, там половина дерева, он тоже отвалилась и упала, потому что они сухие. И вот это дерево тоже, оно сухое. Полностью сухое. То есть, если сильный ветер, оно может упасть. Здоровое дерево упало во время ветра. Ну, это потому что штормовое вот это предупреждение было. А, у первого подъезда, да, я видела? Вот, вот здесь дерево завалилось, вот оно. Тоже сухое. Засохло и упало. Пойдемте, пойдемте. Тихо, стой. У тебя комар на спине. Все, пойдем. Сильно не останавливаемся, потому что комары. Чем глубже в лес мы заходим, появляются комары. Столько дырок, вот этих норок всяких. Дырок, норок. Ой, как хорошо в лесу-то, боже мой. Грибов еще нету. Зато шишек много валяется. Сосновых, еловых. И всех остальных. Мы еще даже до второго моста не дошли, представляете? Почему-то я думала, что он близко. А нам еще третий мост проходить. По-моему, он уже должен быть скоро рядом. Комары. Так, ну что, черника есть? Хоть бы одну ягодку. Так, вот зато лягушку я уже увидела. Вот она. Вот она, черничка, видите? Вот она. Есть. Сережа, я тебе уже говорила, здесь нет медведей. Зато здесь лягушек полно. Ой, только останавливаются комары. О, блин. Здесь есть волк, но он не в той, не в этой стороне, он в другой. Он за болотом. Да, не, он не здесь. Ой. Черника зашла, а ты не бойся. Чего ты боишься? Ничего он не сожрет, я ему рюкзаком по морде дам. Ты какого третьего? Мы еще даже до второго не дошли. Он уже Иришка идет. А? Влево. О, муравейник. Кстати, смотрите. Вот муравейник. А я уже даже поела немножко. О, что-то ни одного муравья не видно. Он... Да, в лесу сухо, хорошо. И комаров почти нет, обалдеть. И слепни со вчерашнего дня куда-то пропали. Может быть, может. Это люди с электрички. Тетя Ирыш не одна приехала. Угу. Да. Я так и собираю. Увидел, съел. Малины, да, я не видела. А, да? Здесь в основном черник. Нет, я не хочу ничего планировать, потому что сейчас такое непонятное время, поэтому будет все окей, значит съездим. Как бы, да, да, конечно. Будет все хорошо, обязательно съездим. Чё, я не против. Естественно, кроме Турции в этом году мы больше никуда не планировали, поэтому. В лесу сейчас замечательно, да? Комаров мало.
Слепней нет, вообще замечательно. Да, да. Правда, и черники нет. Ну, не, ну чуть-чуть, прям совсем. Мы же не заходили в лес. По дороге-то понятно, уже 10 раз человек, люди прошли, уже все собрали. Нет, ну ты вообще... Тебе дать потрогать вот эту сумку? У меня сейчас плечо отвалится вообще наглухо. Ага. Да прям сейчас побежала. Ну зачем ты ее взяла-то? Мама сказала, бабушка сказала. Ой, донесем. С музыкой, да? Весело ж? Так, весело. Уже тебя... Сейчас в магазик зайдем. Странно, они так редко приезжают. Кто? Алина. Да они здесь. Нет, нет, я не до воды мало у них колодцы. Когда она мне отвечала, она говорила... Может, они мало колец сделали, интересно. Ну, друзья тут приехали. Не знаю.